317 161. Столько диагнозов коронавирусной инфекции подтверждено с начала пандемии в нашем крае. 251 522 прикамца с вирусом справились. Скончалось 8 348. По требованию Роспотребнадзора соблюдает карантин 42 541 житель нашего региона. В Березняковской больнице имени Вагнера находится 109 человек. Из них с подтвержденным диагнозом 49 пациентов. Дома лечится 504 березняковца. Диагноз ковид в Соликамской больнице поставлен 56 пациентам. Еще 330 лечатся амбулаторно. 11 076 жителей нашего округа с начала пандемии инфекцию побороли. Летальных исходов 190. Соблюдайте дистанцию и берегите себя.